получили самые высокие оценки на прошлом этапе. К этому их готовил Илья Авербух, музыка из «Кармен-сюиты» «Щедрина». Наверное, называя «Щедрина», нужно обязательно называть и «Безе». «Кармен» из «Риты Дробязко». Оптимистичная, жизнелюбивая, страстная, настоящая покорительница мужских сердец. И все это на льду отыграно. И Диме Миллеру идет военная форма. Не было тогда, когда происходит действие «Кармен», не было наручников. Он любимую пришел арестовывать с веревкой, чтобы ее связать. И ведь связал. Но у любви, как у пташки крылья, любовь не свяжешь. С любовью к жизни и предстала на льду Кармен Маргарита Дробязко. Мне очень понравилось. И поддержки понравились. И больше всего на меня впечатление произвела дорога.